Мы прошли относительно тяжелый участок дороги, где был резкий-резкий подъем вверх. Здесь уже относительно ровненько, под уклончиком, но маленьким. Там впереди нас ждут камушки. А здесь, ребята, ну шикарно, маленький дождик прошел, горный, который покапал, покапал и прошел. Остудил жар тела. И теперь, ну я, конечно, пыхаю, запыхиваюсь, ну иду, птички поют, блин, мог бы поспать часа два, было как бы круто, но весь переход туда-обратно занимает 5-6 часов, мы сейчас где-то половину пути прошли. Ну, почти половину. Ну, вон, да, тут камушки уже. Скоро-скоро начнутся, лес закончится. Будет ровно половина.